Всем привет, друзья самогонщики! Сегодня хочу заняться приготовлением тыквенной настойки. Увидел я этот рецепт на канале «Будни самогонщика Жоры». Мне очень понравилось и решил попробовать этот рецепт сам. Значит, для этого нам потребуется, как говорит автор, килограмм тыквы очищенной, предварительно помытой, корица, ванилин или ванильный сахар, 100 грамм сахара и 1,5 литра хорошего очищенного самогона. Итак, приступаем. Нарезаем тыкву, очищаем, взвешиваем, чтобы было примерно килограмм. Итак, тыква почищена. Вот ровно килограмм на весах. Приступаю к измельчению тыквы. Нарезаем маленькими кубиками. Итак, тыква нарезана. Сложил я все это в банку 3-литровую. Добавляем 100 грамм сахара. На кончике ножа корицы. И на кончике ножа ванилин. Итак, корица. И ванилин. У меня здесь его мало. Высыпаю. Весь 1 грамм здесь. Итак, заливаем все это дело 1,5 литрами самогона качественного, хорошего. Итак, залили. Закрываем крышкой. Перемешиваем. И отправляем все это дело на 2 недели в темное, теплое место. Через 2 недели посмотрим на результат. Проверим этот рецепт. Итак, прошло 2 недели, как наш тыквенный настой простоял, настоялся. Вот профильтровал я вот такого цвета, золотистого. Получается, на запах присутствует легкий запах тыквы, ну непонятно, тыква, может какой-то цитрус или ананас. Так что данный рецепт имеет право на существование. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!